знаю, типа цены чашечка, кофейка, прям с утречка пораньше, каннибал, прям заходит реально на ура. Прям самое то, каннибал, заряд каннибал бодрости, энергия на целый день. Свои поэтому, жиры. Санечка, а ну быстренько сбегай, пронеси еще одну, пожалуйста. Не мой, там каннибал, ничего. За что вообще, за что? Да ты такой слабенький, Олег. Ой, блин. Раскумарило, раскумарило после чашечки кофейка, раскумарило. Ну, все, друзья, всем огромный привет. С вами сегодня, как всегда, Олежа Кофе. Со мной сегодня Санечка Алексокс и Ураганчик. И добро пожаловать на GTA Питер Пена, сервачок Санрайз. Хе, братишки! Ну что, да, сегодня, как обычно, ждут великие приключения. Ну, а перед началом этого ролика... вы что, меня бросили? Нормально, все бросили, просто оставили меня. Скрылись с места преступления, я правильно понимаю, да? В общем, друзья, перед началом этого ролика хочу пожелать вам приятного просмотра и, конечно же, приятного аппетита. Не забывайте заранее прожимать кнопочку лайка и, конечно же, подписываться на канал. Ну, а я подожду, как я не знаю, произойдет, возможно, какое-то чудо меня поднимет. И, соответственно, уже будем приступать к нашему плану на сегодняшний день. Вот она, моя ласточка, просто. Я не могу до сих пор налюбоваться красотой этой машины, ребята, а? Ну, вы реально гляньте на Бугатти Дио. Ну, это произведение искусства, это понимаете, пацаны. Это вот реально, у меня слов даже нету, чтобы описать красоту этого автомобиля. Итак, сегодня, пацаны, по многочисленным просьбам в комментариях мы едем по попасть. Ну за что вообще, не понимаю, а? Короче, парни. Сегодня мы с вами едем в автосалон за новой прекрасной малышкой. По опять же многочисленным просьбам в комментариях. Сегодня мы с вами едем, как если бы, как говорится, понимаешь, а? Сегодня мы едем, да как? Неправильно. Сегодня мы едем покупать и новый гиперкар, новый автомобиль, который был выпущен с выходом нового обновления. Мы идем покупать новый гиперкар, новый электрический гиперкар под названием Пинифорина Батиста. Да. Именно та самая машина, новая машина. Ну нет, просто, короче, все в комментариях. Да ну, Санечка, ну ёлки-палки-то. Как я, кстати, в таких бархатных тягах, мне прям интересно вообще там вот, ну, как бы допедали. О, да ладно, да. Нормально, я тебе дам. Давай, хорошо. Ладно, Руганчик, держи его, давай, надень. Оп, легкий. Они тебе прям подходят, смотри, прям сапожки чисто такие. Я за картошкой, давай. Короче, все в комментариях написали, что новая машина, вот эта вот Пинифорина Батиста, это реально настоящая имба. Потому что машина просто, у нее какой-то сверхгалактический разгон, соответственно, она едет очень быстро. И многие в комментах писали, что она даже быстрее, чем Бугатти Дио. И это мы сегодня, ребята, с вами будем сравнивать. Значит, опять же, я первый раз вообще, в принципе, слышу про данную автомашину, вообще про данный автомобиль. Потому что, опять же, как бы это реально машина, на которой вообще нифига не на сухую. Это вообще машина недавно только выпустилась, соответственно, и мы мало про нее что знаем. Единственное, мне стало реально интересно, мы загуглили даже вот просто перед началом ролика информацию про этот автомобиль. И оказывается, что это реально это итальянская машина производства автомобилей Пинифорина, соответственно, именно та компания называется, которая выпускает эти автомобили. И что вы понимали, эта машина поставила мировой рекорд по разгону от 0 до 100, от 100 до 200, и это реально жесть. Что вы понимали, она разгоняется, ну, по крайней мере, в реальности, да, от 0 до 100 за 1,87 секунды. Это просто жесть. Это просто взрыв башки. Ну, давай. Она, нет, реально в комментах писали, что, типа, не надо смотреть вообще, как бы, на те характеристики, которые идут именно в тест-драйве, потому что, когда ты ее покупаешь, там вообще машина совершенно по-другому едет. Вот это машина. Ты глянь, у нее ускорение 100 и 100, управление 100 и 100, торможение 100 и 100, скорость. Конечно, скорость только 50 и 100, вот это вот мне непонятно. Но так или иначе, давайте покупать. Ну что ж, 12,5 миллионов списываю за сегодня с нашего банковского счета. И, кстати, я вот единственное, я ни разу не видел эту машину еще на проекте. Вообще, по-моему, ее еще ни разу даже никто не покупал. Вот, поэтому, что, давайте смотреть, соответственно, да. Но опять же, мы сейчас прочунингуем эту машину 100%, как бы, да, без этого вообще никуда. Это раз. Во-вторых, мы сравним ее обязательно с Бугатти Дива. А в-третьих, мы сравнивать будем ее сегодня со многими популярными электрокарами, которые также наваливают, чтобы посмотреть и раскрыть ее целиком и полностью потенциал. Ну что, ребят, поехали чунинговать и поехали смотреть, на что она способна. Ну что ж, заезжаем! Ну и ну что это? Короче, ладно, я сделал. Ну как? Я поехал в другой просто салон еще, понимаете, да? Если мне здесь не рады, соответственно, да, то... Ну вот, все, вот я проехал. Итак, давай смотреть. Ну опять же, как бы, я уверен на 100%, да и вроде бы мы уже смотрели на тест-драйве, тюнинга тут внешнего никакого нету, да? Ну а так или иначе, мы с вами просто обязаны прокачать машину именно внутренние характеристики прямо-таки по полной программе, да? Трансмиссию не трогаем, потому что это электрокар. Мы ее сами занижаем и также ставим на нее турбо-тюнинг. Так, значит,
смотрите, внешних модификаций у нас никаких нету. Колеса, давайте, ладно, поставим просто пока что по классике. Так, чисто мои самые любимые, соответственно, да. Тонировочку чисто быстренько вот так вот забабахаться. Блин, она реально, она похожа прям реально один в один на Феррари. На Феррари SF90 прям один в один похожа, реально, да. Ну, типа, как это так? Или Дипорах вообще, вот реально еще похоже на Дипорах, вот так вот. Ну, особенно перед, прям один в один. Так, ладно, хорошо, давай смотреть дальше, что у нас тут еще. Только цвет осталось, только красивый какой-нибудь намутить, соответственно. Ну, не, вот, ну, нет, стой, погоди, не. Вот, может, что-нибудь типа такого, не. Ладно, сейчас быстренько с цветом определимся, а уже потом начнем ее тестировать прямо по полной программе. Так, ну ладно, пацаны, вроде что-то получилось. Короче, давай, просто, на ваше обозрение. Смотри, а, какая красотушка, смотри, фу, а. Цвет говно. Чего фото, я не понимаю, цвет, нормально. Нет, мимо. Нормальный нет, цвет, нет, нормальный. Цвет нормальный, но как будто надо было реально красный делать. Да ну вы, Либо такой же синий, вот да. Ладно, хорошо, давайте перекрасим, давай. Так, ну ладно, хорошо, пацаны, я вот перекрасил, ну-ка, смотрите, ну, пожалуйста, вот здесь. Я себе оставил. Да вы издеваетесь, что ли? Не, ну нормально вообще ходить от цвета, а? Нормальные детки, чё? Все, короче, вот я сделал ровно так, как мне нравится, и все, понимаете, да? А вы давайте катайтесь даже на арендованных машинах, давайте там, нищетой своей вот этой вот, понимаете, пропали, да? Все, короче. Машина 12 миллионов. Ладно, короче, поехали на трассу, давайте будем уже проводить замер. Так, а ну-ка, я хочу еще. Посмотри, стой. Я вот сейчас открою машину, залейте внутрь и сделайте вид от первого лица. Просто посмотрите, как выглядит руль. А, то что он такой? Что он овальный? Да. Руль овальный. Что это такое? Я уже шутил в своем ролике про это. Такой вред вообще, я не знаю, а. Так, ну что, ладно, давайте встаем, соответственно, на трассу. Это, знаете, короче, они просто смотрели, типа, вот, Тесла сделала квадратный руль. Да. А давай овальный, ебать. Да. Че, короче, давайте, наверное, будем сразу делать замеры, соответственно, да. Опять же, безумно интересно посмотреть, на что способен этот новый электрический гиперкар. Потому что в реальности, пацаны, те результаты, которые он выдает, это просто жесть. Но давайте, опять же, мне интересно, что будет против Bugatti Diva. Хоть это разные абсолютно автомобили, но так или иначе, давайте смотреть. Ну что, готовы? Давайте. Давай, на счет три. Раз, два, три. Ну чё там, а? Ой. Ну чё там? Ой, чё-то пыль, глотаем. Ой, Олег скачет. Капельцы кидает, просто жесть. Я говорю, это не машина, это фольга. О, подожди, 100-400. Вот 540 есть. Чего? Её чисто, у меня знаешь, что залагало, погоди. Дырочки сделать и на кальян поставить. Стой. Ну, ура, о, и моя это уехала от тебя. Ну, слушай, я 400, я еду так же почти, как и Bugatti Diva. Вот реально, вот еду прям один в один. Вот попробуй ураган меня сейчас догнать, просто попробуй меня сейчас догнать. Да, у тебя не получится догнать меня, я уверен. Потому что, не, она едет. Ты едешь. Ладно, хорошо, давай вот, чтобы без кочек, чтобы все четко проверить, встанем вот где-нибудь здесь. Потому что, как бы, Bugatti, она ловит кочки, и она на них разгоняется. Эта машина тоже, но у Bugatti разгоняется чуть быстрее. Вот опять же, смотри, у этих двух автомобилей, видишь, у них спойлер работает, видишь, когда. То есть, он у меня выдвигается, у тебя тоже он выдвигается. Давай смотреть, хорошо. Итак, на счет три. Раз, два, я поехал. Три. Ну смотри, ну, смотри, я чуть отстал. Да, и все. И все! Не, я тебя догоню сейчас. Нет, да, он догоняет. 480. Подожди, 480. Подожди. Вот я по своей полосе. Ну да, но все равно разница-то по цене в два раза практически автомобилей этих, а? Да. Но прикол, ну, нет, ну все равно. Bugatti, она управляемая. Ну да, я с этим не спорить не буду. Лучше. С этим типа... я не спорю. А это фольга, которая... Ну давай поворот. Давай сейчас тест на поворот. Мне почему-то кажется, что твоя спокойно зайдет. Ну сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Она, смотри, ладно, она 400 не... Она 400 не едет. Ну-ка. Бля, ну я просто тупой. Надо было взять Виктор. Ну вот, смотри, и вот здесь вот самое... Ну, с тяжестью зашла, да. Ну, все равно, вот сейчас 440 на кочках. Ну, не, как бы, ладно, но по меркам электрокара нормально, на самом деле. Но, опять же, электрокары, в чем они хороши? Да, что у них разгон очень хороший, да, они прям сразу пуляют. Вот, поэтому тут надо реально сравнивать с другими электрокарами, поэтому я для этого предлагаю нам переместиться, соответственно, куда? Правильно, в аэропорт, чтобы там напрямике уже, соответственно, проводить тест-драйв именно по ускорению. Мы постараемся взять все самые топовые электрокары, которые только есть. Которые в городе, которые в Лос-Анджелесе. Постараемся взять все топовые электрокары, соответственно, да, и будем сравнивать их по максимальному разгону. Во-во-во, пока не забыл, пацаны, надо, знаете, что еще проверить? Автопилот, что? Это же ведь электрокар. И нужно понять, нужно посмотреть, какой скоростью он будет передвигаться. Потому что, смотри, так,
Ну, 120, да, так же, короче, да. То есть, как бы, все равно, покупая такую машину, ты не будешь ехать так же быстро на автопилоте, как едет Bentley XP. Но, и да, еще да, какая да, машина? И АВТР, да. Только эти две машины на автопилоте у нас едут, сколько там, 200 плюс, по-моему, да? Или сколько? Нет, да, да, 200. Ну, вот, 200, да, короче, 200 плюс все электрокары едут. Эти, этот электрокар, к сожалению, едет так же, как и все остальные, за 120 км в час. Ну что ж, дорогие друзья, настало время перейти к настоящему тест-драйву. Итак, сегодня мы сравниваем Паниферину Батиста против Audi e-tron GT, против Lotus Elijah, против Porsche Taycan, против Quattro Tesla V-Turbo, против Mercedes Vision 6, против Bentley XP, против Mercedes AVTR и против Tesla Roadster. Мы взяли самые быстрые электрокары, чтобы сравнить с нашей новой машиной и посмотреть, какая тачка будет быстрее. Ну что ж, пацаны, давайте приступим к заезду, соответственно, да, давайте встаем на стартовую линию и приступаем. Итак, первая битва у нас будет против Audi e-tron GT. Ну что же, рогачик, давай, отчет и, соответственно, контролирующий бой. Давай! 1, 2, 3! Ну нет, тут все понятно. Да, тут все понятно. Тут можно разворачиваться обратно и все. Опять же, мы проверяем ускорение, да. Понятное дело, что в целом все электрокары, они поедут достаточно быстро, да? Ой, блин! А вот это сейчас за что было вообще? Саня стал неадекватным школьником, просто реально, я вам говорю. Следующее сравнение будет, правда, очень интересно, потому что Lotus Evija это в целом примерно такой же гиперкар, как и наша новая машина. Поэтому, опять же, очень интересно посмотреть, кто из них будет быстрее в этой битве. Ну что ж, сейчас будет реально, мне кажется, самое интересное. Давай, урагачик. Самое интересное. Давай, урагачик. Конечно, готово. Давай, давай. 3, 2, 1. Ой-о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 й-
Ну-ка еще раз. Мне кажется, просто у меня старт был удачный, но даже при этом, при всем, ты меня обогнал. Давай смотреть, хорошо, давай смотреть, давай. Опять же, на счет три. Раз, два, три. Ну нет, тут Лотос, мне кажется, смотри, видишь, он вначале... Что Лотос стоит? Лотос, он сейчас, ну, миллионов 15, наверное, стоит, если примерно... Не, Лотос прям вообще улетает, прям вообще. Лотос прям вообще. Да. Я не ожидал Лотоса такое увидеть. Вот такого результата я думал, Лотос будет позади, если честно. Я думал, что новая машина, я думал, реально новая тачка обгонит, но как бы нет. Итак, следующая битва, это опять же наша новая машина, я просто все время не могу выговорить это название. Пинифрина Батиста, во! Пинифрина Батиста против Porsche Taycan. Контурбо. Ну чё, давай смотреть, Солнышко, да? Опять же, ну тут прям реально очень интересно. Два, один. Ой-о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 й-
тех модификаций, которые установлены на этот борт, да? Но просто я не могу убрать эти модификации, потому что там, чтобы их убрать, там надо заплатить огромную сумму денег. Там просто миллиарды надо заплатить за это. Это какая-то лягушка, а не машина. Да, но при всем при этом, смотри, ну не, как бы вот тут я тебя догоняю, да, но все равно, ну не, как бы да, понятное дело, что эта машина будет быстрее. Хотя Porsche Taycan стоит в разы дороже, он уходит по 40 лямов, чтобы вы понимали. Так, давайте сравнивать дальше, но следующий я не знаю. Quattro TC Turbo, хоть это электрокар, это электрокар, Саня, это электрокар, да. Хоть и звука электрического там нету в машине, но это электрокар. Не, ну что реально самое забавное, вроде это и электрокар, но при всем при этом у тебя есть выхлоп, понимаешь, как бы, да? Но реально, у него есть этот, у него автопилот установлен, там прям и заряд батареи, видишь? Да. Ну что, давай смотреть. Так, батареечки готовы? Давай. 3, 2, 1, полетели! Как будто настоящего. Очень плохо. Ну да, но опять же, это электрокар, но причем при этом там есть и звук выхлопа, там есть и звук мотора и все остальное, поэтому да, как бы. Ну тут заранее было понятно. Тут заранее было все понятно, чем это закончится. Вот следующее очень интересно. Mercedes Vision 6 против нашей новой машины. Вот тут реально, потому что Vision 6 тоже очень быстрая машина. Но опять же, да, тут надо понимать, что все-таки Mercedes Vision 6, да, это как бы более премиальный тип автомобиля, да? Машина для понтов, да. Ну что, ураганчик, давай начинаем. На счет 3. Поехали. 2, 1. Да. Не, вот прямо лобик, прям вообще солнышко. Слушай, ну пока реально, пока мастодонтом в этой битве является Lotus Evija, да. Но все равно у нас впереди идет 3 очень хорошие автомобиля, поэтому там правда интересно, чем все это закончится. Единственная проблема заключается в том, что 3 вот этих автомобиля мы не можем прокачать, потому что это заспавнили администратор машины, да. Вот, это не наши тачки, потому что у нас нету таких
таких машин, к сожалению, в наличии. Вот, но будем проверять по стоку. Но мне почему-то кажется, что Bentley XP обгонит на самом деле даже в стоке эту машину. Но давай смотреть. Опять же, сейчас против нас выступает Tesla Roadster. А есть смысл трогать? Я думаю, да. Ну давай посмотрим. Давай, ураганчик, отчет. 2-1. Ну вот, ну слушай, ну как бы да. Ну как бы ладно, хорошо, да. Увидимся в этом смысле. Ну хорошо, даже смотри, ну тут тоже можно понять, что если бы она машина была прокачана, то она бы придала бы там в полтора раза больше мощности, как бы, да. А эта машина прям сразу улетела. Давай, сейчас с АВТРом, давай. Ну что, ураган, давай, мы машину зарядили, все готово. Давай. 1. Так, не, ну вот тут. Ну нет, тут видишь, тут сразу все понятно. Даже тут понимаешь, что даже если бы был тюник на АВТРе, мне кажется, все закончилось мне бы так же, как и закончилось красиво, бы сейчас. Потому что как бы, ну, пока что реально, пока она упустила только одной машине, и это Lotus Evija, как бы вот. Уступила, точнее. Вот, поэтому, как бы, ну вот сейчас самое интересное, Bentley XP. Потому что Bentley XP был всегда самым быстрым электрокаром. Самым быстрым. Поэтому давай смотреть, что из этого выйдет. Но опять же, ребята, мы держим в голове самую главную новость, да, самую главную информацию, что Bentley XP в стоке, да? Поэтому чем закончится эта битва, пока еще непонятно. Ну, а так или иначе, давай смотреть. Давай, ураганчик, отчет. 3-2-1. О. Нет. Ну, подожди. А, ну, смотри. Хотя, она близко, если бы был тюнинг, мне кажется, какой скоростью ты сейчас едешь? Какой скоростью? 330. А, ну вот, смотри, я ехал 350. Не, мне кажется, почему-то, что Bentley XP, она все равно была быстрее, да? Да, да, она была. Ну, опять же, нужно брать в учет, что Bentley XP стоит 25 миллионов, как бы, да? А эта машина в два раза дешевле. Так что нужно просто держать в голове, что эта машина стоимостью 12,5 миллионов долларов на дизельный топчик, именно по своим характеристикам. Поэтому, как бы, к этому вопросов реально никаких не имеется. Поэтому какой вывод мы с вами можем сделать? Что данный автомобиль, Pininfarina Battista, это реально топ за свои деньги. Ну, потому что, правда, да машина быстрая. Я не знаю, тут проще реально кличку давать, чем название эта машина постоянно пуфик читает. Просто пуфик, и да, и нормально, да. Так, мы еще хотим сейчас быстренько доехать до дрифт-тюнинга, занизить ее, посмотреть, на что она будет способна при других модификациях. А давайте до дрифт-тюнинга на автопилотах. Ну, не, мы очень долго будем ехать. Ну что ж, настало время посмотреть, во-первых, сколько будет стоить тюнинг, и вот этот именно дрифт-тюнинг на нее, потому что, мне кажется, там снова какие-то космические ценники. А, ну не, в целом нормально. Вот тут детали нормально по 600 сколько? Тысяч. А вот тут, а ну, вот тут детали по 1 800 000 уже, да. Ну это мало. Но мало, нет, не я хочу ее занизить, мало, я хочу половин, ее прокачать, мало, именно мало, поставить половин те самые настройки, которые дают ей скорость. Просто посмотрим, что от этого поменяется и будут ли они работать. Поэтому, ребята, сейчас произойдет магия на ваших глазах. Я потрачу миллионы и посмотрим, как будет себя вести машина после новых настроек. Ну что, парни, я потратил только давай что 10 миллионов долларов. Посмотрите, что получилось, а. Oh, ну, кстати, выглядит она теперь поинтереснее. Нет, а такого ощущения, а? Чуть-чуть. Чего? Чуть-чуть. Подожди. Давай, так, гони, давай смотреть. Потому что, ребята, по идее, эти настройки, они подходят под любой автомобиль. Так что давайте смотреть. Блин, ну колеса теперь вообще шире. Нельзя использовать. Ну да, я знаю. Ну давай посмотрим. А ну-ка. Так, ну здесь надо кошки поймать. Надо именно кошки. А, кошка поймалась. Так, погоди, не, пока. Подожди, стой. Пока вообще ничего не поменялось, пацаны, просто чтобы вы понимали, как бы, да? Пока? Ну серьезно, что ли? Быть пока такого не может. Пока? Не, парни, слышите, не работает, короче, походу, прикиньте, а? Ну ё-моё, ну ё-моё! Я нафига 10 лямов сейчас потратил, скажите, пожалуйста, вообще, ну, а? Ну, блин! Ну, я думал, я еще и занизил, я еще все грамотно все подставил-то, а? Она реально кошки не ловит, слышишь? Она прям не хочет их ловить прям вообще. Может, на электрокары это просто тема не работает, может, я не знаю. Может, ниже сделать, еще ниже. Ну, возможно, но она прям кочки не цепляет, вот в этом проблема заключается. Но, к сожалению, на больше за низ у меня уже нету денег, у меня осталось 900 тысяч долларов, и все, а это стоит дороже. Блин, ну нет, к сожалению, ребята, а ну-ка. Блин, я вот сейчас что думал, за низ ее прям по максимуму, она же вообще будет супер прям низкой, супер плоской, и она, мне кажется, будет вообще подкидывать абсолютно да, любой автомобиль. Да. Но все равно, даже при таких настройках машинка выглядит достаточно интересно, мне кажется, даже так она больше имеет вид, чем предыдущий ее вид. Саня, что у тебя с колесом, скажи, пожалуйста. А прокатись, а прокатись, 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 прокатись. Смотри, это реально овальное колесо. Это как шишка на шине, как шишка на мече. Это новые технологии.
Вы, ну, ребят, гляньте на вот эту картину. Просто, ну что за сосочка тут стоит, а? Что за сосочка? Я прям не могу. Короче, друзья, я думаю, что на этом моменте мы будем заканчивать наше сегодняшнее видео. Сегодня мы играли на проекте GTA Peter Pan на сервачке Sunrise. Сегодня мы сделали обзор на новую машину, и в целом, какой вывод мы можем сделать, что в целом за те деньги, которые стоит эта машина, она реально является топовым фаворитом в качестве электрока. Ну это нормально вообще, а? Собака, я хотел... друзья, я надеюсь, вы уже поставили лайк, подписались на все наши каналы. С вами сегодня был, как всегда, Олег Офис, Санечка, Алексокс, Ураганчик. Это был проект GTA Peter Pan, сервис Sunrise. Всем до скорой встречи, и всем пока-пока. Пока, ребят.